Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Я живу в многоквартирном доме. Один из жителей самовольно поставил забор на части придомовой территории и оградил примерно 200 земельного участка. На замечания остальных собственников реагировал оскорблениями в их адрес. Кто может помочь разобраться в этой ситуации? Для того, чтобы ограждать территорию многоквартирного дома, естественно, необходимо соблюсти порядок. И в первую очередь, это должно быть решение большинства собственников помещений в доме. Если кто-либо, будь то один из собственников, управляющая компания или вообще постороннее лицо самовольно ставит забор, он подлежит сносу. Правильный порядок – это обращение в адрес собственника земельного участка с требованием об устранении нарушения ваших прав, потому как достоверно вам неизвестно, кто установил забор. В вашей ситуации, вероятнее всего, собственник – администрация муниципального образования. Также вы можете обратиться в прокуратуру с указанием на нарушение ваших жилищных прав. Если меры не будут приняты, то нужно обращаться в суд с исковым заявлением с приложением доказательств, что этот забор стоит и нарушает ваши права как собственника квартиры. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!